он не замерз. Сейчас бустер. Короче, они мертвые. Нет, за аккумулятор. А этот как его? Тебе что нужно? У меня вода, да? Не, провода у меня есть. Да. В принципе, я могу сюда морду зайти. Надо это автовоз убрать просто и все. Ну, я, наверное, замерз. У тебя полный привод, да, вот? Давай сюда за зарядник вынеси. Два аккумулятора. А нет, зарядник наш вынеси. Хороший, но после едино, но быстро схватит. О, ну по твоему вот мнению, он же должен, по идее, сейчас завести, да? Подзарядить их-то должен, вот видишь, вот это откидывает его. Полю. Даже на табло уже выстрел, тот был отключен. Да? А, сейчас и можно. Сейчас работает все? Все, сейчас работает, даже зарядку показывает, что стоит. Так, все, мы видим. Опа-на. Ё-моё. Это же очки. Так, ну-ка попробуй просто взять вес очков. Это ж какой, блядь, пиздец. Опа-на, блядь. Короче, таких пока две донесешь, сколько, четыре. Пиздец. Это он очки, блядь, под легковые эти. А? Это кулак сервис под легковые машины очки делал. Ну они мой, смотри, какие тяжелые. Они не то, что там, блядь, тягачи возить за них. Охуеть. Ой, вилки есть. Чересчур сделали, да? Ответ такой, я прям. Это что? Это смотрел? А там ничего нет, я его еще полтора года назад смотрел. Колодки я такие же ставлю. Все, что за бред? Что за станок? Сейчас мы как заведем его. Не, чудовище. Что делается? Знаете, взять шубу, блин, покрасить, не подготавливать, да, вот шубу сверху. Что, пойдем, пусть кто-то попробует. Давай попробуем, дай салончик-то сниму. Ну потом, чтобы не просушили, ничего. Да? Короче, добавили бустер. Спасибо. Дубль 2, короче. Что такое? Дубль 2. Сейчас опять твоего через прикурочку. Не, я имею в виду, когда завела. Нет, опасно. Пару слов туда-сюда. Пару слов туда-сюда завели. Нам еще и надо вытащить, главное, чтобы она поехала. А потом, ребятки, мы попробуем сейчас на бриле поднять мою, посмотреть, что будет спереди, очень здесь. И моим фаргом поднять ее. Посмотреть, что с моим. Чисто, понял? Любопытство имею. Надо было лебедочкой его. Лебедкой надо было его три. Надо было наверное. Слушай, ну она пригнется, там вода была видна, поэтому на лебедке. Бля, все будет, да? Нет, конечно. Подухло. Да я думал, как тут зарядилось. Заведется? Да мы вот сейчас.
гуру инженерии Кулак Сервис произвел вот такой автомобиль частичной погрузки. Я вам сейчас замерю, сколько между осями, сколько до конца бриля. Но даже при том, что он поднимает мой Ford, он никуда не поедет, так как сцепление передних колес ноль. Здесь мы применяем что? Правильно. Урок первый. Ренат, конструктор Кулак Сервис. Смотрим внимательно. Это передняя ось автомобиля. Это задняя ось автомобиля. Нагружаем бриль. Поднимается у нас передняя ось автомобиля. Соответственно, вся нагрузка от передней и задней оси с грузом идет у нас на ось заднюю, которую вот здесь. Если мы двигаемся ближе к оси, то уже, соответственно, нагрузка распределяется. Приходит и сюда, осевая передняя нагрузка остается на своем месте. А если мы еще ближе присаживаемся, то нагрузка груза у нас идет только на заднюю ось. Передняя ось продолжает рулить безопасно. И так оно должно быть. Запомнили? Повторение, мать учения. Пойдем замерять. Ориентировочно плюс-минус миллиметры, колесная база 3,55. Сейчас мы замерим теперь от задней ступицы, какой вылет до поворотной части. Сейчас. 3 метра уже есть, отпускай. Даже если немножечко уменьшить, где-то 3,25 от задней ступицы до поворотки. Вы чем там думаете, пацаны? Реально такие вещи вытворяли? Давай что, замерим, сколько от моста до бриля? Сейчас вообще прикурят все. Теперь для эксперимента подниму я эту машину и покручу руками свои колеса. Почему не можем сделать движение? Ну, во-первых, я не хочу за вилки цеплять сейчас свою портить машину. Во-вторых, здесь так все понятно. Потому что мы проипались целый день, чтобы ее завести. Так что сейчас мы сбрасываем, и я поднимаю ее. Да. В общем, здесь, пацаны, 136 сантиметров. Бинго! Все. Я... в шоке. Это мои 62 сантиметра на грузовом против 136, да, я сказал? Против 136. Ну теперь что? Пробую я фордом поднять этот Титаник. Машина, кстати, после того, когда ее выпустили, она ни одного заявки не сделала. Здесь очень сильный лед, если биться, я ее не протащу. Кататься, я думаю, соответственно, нет смысла, в тесте все понятно. Это Ford заводской эвакуатор, он из Америки не здесь собирался, к счастью, блядь. Так, что, дальше мы посмотрим, интересно, как они подготовили эту машину для легковых автомобилей. Сейчас опущу и глянем. Но если вы знаете примерно устройство вашей передней подвески, я думаю, будет вам интересно, как этим собирались поднимать легковые автомобили. Но есть решение. Ребята его придумали, они молодцы.
они придумали вот такую штуку, которую мы будем под ваш бампер засовывать, понял? И очки, короче, вот так собираются на это прыгать. Вот таких штуки надо 4 штуки вытащить, пальцы согнуть. Ну, короче, пинда вашим порогом и всего остального. Ну и, соответственно, сама ракета, так называемый бриль. Ладно, что говорить. Ренат, будь здоров, как бы этот. Еще набирай, я тебе еще каких-нибудь пару уроков запишу. Всем спасибо, я думаю, за такой ёбный... Не такой. За такой хороший световой просранный день, доставая эту машину, надо поставить хотя бы лайк.